Исход 27 глава. Исход 27 глава. И будем читать здесь два стиха в конце этой главы. Двадцать седьмая глава, двадцатый стих, двадцать первый стих. Здесь написано: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе эли чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Скини собрание вне зависи». Вне завесы, которая пред ковчегом откровения. Так. «Будет зажигать его Аарон и сыновей его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». И буду сказать несколько слов исторически, а доктринально здесь, и тогда в конце буду сказать пару слов для проповедения. Проповедание вас. Ну, давайте начинаем. Слово молитвы тогда будем продолжать. Господь, спасибо Тебе за этот вечер. Господь, за Твоего Слова. Благодарю Тебе. Спасибо за эту книгу Исхода. Господь, спасибо, что здесь есть много, которые можно изучать от Тебя и слышать от Тебя. И Бог, как всегда, если Ты не говоришь к сердцам нашим сегодня вечером, тогда здесь было бы просто клуб без Тебя. И хочу, чтобы Ты встретил с нами и говорил сердцем людей, людям. И Бог, чтобы Ты открывал эту книгу, святую книгу, открывал наши глаза, чтобы видеть чудеса закона Твоего. И поставь, пожалуйста, нужные слова в моем рту, и чтобы я сказал только, что надо сказать. И благослови, Бог, чтобы Ты был единственный Дух здесь, среди нас. И как эта песня, которую мы пели, будь в нас, в нам сегодня вечером. И спрошу это все в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Здесь есть два стиха, здесь говорится об этой Эли, так, Эли от маслин. И, по-моему, в Украине нет такого дерева. Нету. В Америке есть, я не знаю. В Америке почти все есть, но у нас такая тропика нету. Я тоже не знаю, не думаю, что есть. Ну, может быть, ошибались, но думаю, что нет. Я в Калифорнии никогда не был. Если есть, тогда может быть там. В Флориде нет. В Мичигане действительно нет. Мичиган, откуда я, у нас яблока много, черешни много, вишни много. Ну, климат почти одно и то же, как и здесь. Эта инструкция была для этого светильник. И когда было это скини, если могу быстро рисовать, быстро не значит хорошо, и даже если я медленно рисовал, было бы хуже. Было бы хуже, если я медленнее, то есть я буду быстрее рисовать, чтобы красивее было бы. А здесь было это самое святое место, где Бог встретил с Израилем. И здесь был этот стол. И здесь был 12 хлебов. А здесь был этот инсенс, запах, алтар запаха. Так. И здесь был этот что-то подобного, чтобы было семь мест, где светильник. Светильник Иисуса, светильник Бога. И для этого именно надо бы, чтобы это было стройно, как Бог сказал. И Бог сказал, что это должен быть чистое золото.
И не все здесь чистое золото. И, по-моему, это было чистое золото, и это было чистое золото. Это забыл, если это было чистое золото или нет. Я не думаю. А здесь тоже нет, это было дерево, и тогда закрыто с золотом. Но это было чистое золото, это, кажется, я не уточнил это, но кажется мне, я знаю точно, это было чистое золото. И была причина, почему это было чистое золото, это из-за того, что здесь прообразно Святого Духа. И Святой Дух, он чист, он чистый. А там нет, это дерево. Остальные эти, они прообразны Иисуса Христа. Иисус Христос, он был Бог и человек. И поэтому есть это дерево в многих из них. Потому что дерево – это прообраз человека. И здесь чистое золото, потому что здесь было прообразно Святой Дух в скине. Когда все было закрыто и стройно, никакого света не было, не прошел внутри. Никакого. Там было несколько уровней ткани, и еще было несколько уровней кожи. И свет не пройдет, не прошел через это. Внутри этот светильник был единственный свет, который был. И это священники, они часто входили внутрь. Надо было бы, чтобы каждый день они занимались этот светильник. И этот раз в неделю, или я тоже не уточнил это, раз в неделю здесь написано, что они готовили. Пекли. Вот эти слова. Пекли. Хлеб. И вот, они часто ходили внутри, и здесь было тоже. И часто ходили, единственный свет был от Святого Духа, от этого светильника. И в Ветхом Завете, смысл этой проповеди не именно об этой светильнике, но об этой Ильей. Без Илья, это светильник, смысла нету его. Он без Илья, он просто комок золота. Скрытное место, и ничего не видно, и все. Без Ильи тогда не было смысла, чтобы строить его. И поэтому Бог дал еще инструкции или повеление, как строить, как делать это Ильей. И они сказали, что здесь надо собрать, чтобы сыны Израилевы принесли тебе Ильей чистый, выбитый, из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. И в Ветхом Завете это масло было особое, у него была главная, центральный роль в этой скинии, и каждый штук здесь еще на улице был. У меня нет хороший словарный запас сегодня вечером, чтобы простите меня. Но еще на улице был еще вещи несколько. И каждый штук, который здесь был, было освящено от крови и от масла. Каждый штук здесь было от крови и от масла. И здесь хороший тоже прообраз, здесь много прообразов, что мы можем изучать, что надо, чтобы была кровь Иисуса Христа, и надо, чтобы было освящение Святого Духа на тебя, на твоей жизни. Можно много проповедовать, изучать об этих, и только о Илье, маленький взгляд, хочу смотреть на него. Но каждый штук был освящен крови и масло. И масло, это было масло, которое горело.
да, горел внутри. Это масса оливная или сливная. Как? Оливковое масло было единственное внутри, которое осветил центр. И можно дальше читать левитам, когда был этот, иногда знаю это слово, и иногда нет, и сегодня ум мой болел. И да, внутри меня нечисто сейчас, что, но этот прокуженный, так? Ну, слава Богу, прокуженный, чтобы очистить их, знаете, что им надо? Когда Бог уже селил их, и тогда священник надо прийти с кровью и с маслом. Масло было постоянно в Ветхом Завете, и когда Самуил, когда пророки, когда они осветили других пророков, когда осветили других священников, когда осветили Давида или других царей, Саула, что они использовали? Было прямо масло на голову. Это масло было, оно прообраз Святого Духа. И мы знаем это, чисто знаем, можно, не будем открывать, но можно смотреть в Матфея, книга Матфея, 25 глава, и там был 10 virgins, забыл, как переводится это. Дев. 10 дев, и у них было все масло, но у нисколько не было достаточно масла. И нисколько и так далее. Там пишется, что этот масло – прообраз Святого Духа. И, конечно, все это, как бы Писание говорит, что это все прообразно Нового Завета. То есть в Новый Завет Иисус пролил свою кровь, и как пастор Кристофер учил нас в книгу от Иоанна сегодня вечером, что он раз навсегда жертвовал свою кровь на этот небесный алтарь для ваши грехи. В Ветхом Завете они сделали это раз в год, и Иисус Христос взял свою кровь и не предлагал, а вложил и поставил свою кровь на небесный алтар, на небеса. И это было раз навсегда и раз для всех. И остальные тоже. Это все прообразно в Новом Завете. И в Новом Завете у нас есть... Опять, я хочу уточнить или смотреть только на это Элей. Элей – прообразы Святой Дух. И в Новом Завете мы знаем, что в Ветхом Завете мы знаем, что Святой Дух – это масло очень важно, без него ничего не стоит. Ничего не можно, человек не может работать. Священники, пророки, цари, никто не освящается без этого масла. И в Новом Завете, хочу сказать, в Римлянам 8 глава и 9 стих говорится, что если... «Же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». К Римлянам 8:9. Скажи это, передай это Святому Иеговне в следующий раз. Потому что я не Святой Дух – это никто у них. Но надо спросить, у тебя есть Святой Дух или нет? Иногда есть, иногда нет. Тогда иногда ты Сын Божий, иногда ты нет. Иногда ты его, иногда ты нет его. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В Новом Завете, если у тебя нет этот масла, тогда ты не его, ты не Божий. В Новом Завете Иисус обещал, он был здесь на земле, он обещал его ученикам, что он никогда не оставит тебя и не покинет тебя, он обещал. И значит, что когда он ушел отсюда, он сказал, что не оставлю вас сиротами, или сиротами, а приду к вам. Он не оставил вас сиротами, он дал вам что-то.
То есть вам, когда вы спаслись, но он дал ученикам и церкви его, он дал им что-то. И его зовут Иисус, его зовут было Иммануил. Иммануил значит Бог с нами. И когда Бог ушел отсюда, Иисус, когда Иисус ушел отсюда, он не оставил нас без Бога. Он оставил церковь, он дал церковь Бога, Святой Дух. И поэтому этот Святой Дух очень важен в Ветхом Завете, очень важен в Новом Завете. А Христос ушел от церкви, и день Пятидесятника он послал этот Святой Дух, это был его обещание. И в Новом Завете, как те же самые здесь, это Святой Дух, это масло, которое светит внутри здесь. В Новом Завете можно прочитать 1 Коринфянам, 2 глава, можно прочитать здесь, где пишется, что Святой, 13-14 стих, 2 глава, 1 Коринфянам, пишется, что Дух Святого учит нас, что духовным. Как сравнивать, соображая духовное с духовным. И душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. И Святой Дух в Новом Завете, он открывает нас, Библию, он учит нас, куда идти, что делать. А это Святой Дух, который укрепляет, это Святой Дух, который оскорбляет, это Святой Дух, который соединяет нас, это Святой Дух, который полнит тебя и входит в тебя и живет в тебя. И в Новом Завете, как раз человек спасает. У нас есть... Давайте открываем быстренько. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 6 глава. Как раз человек принимает Иисуса Христа, тогда... Те же самые, что Иисус умер раз навсегда для всех на кресте. Ты принимаешь Иисуса Христа как Спаситель раз навсегда на всю жизнь. И как раз ты спасаешься, у тебя Бог дает тебе Святой Дух. И 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих, говорится, не знаете ли, что тело, или тела, тело ваше, суть храм живущего, вас, Святого Духа, так? Который имеете вы не от Бога, а вы не свои. Вас, не на вас, в вас, есть Святой Дух. А еще 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих, говорится, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть, когда спасаешься, твой храм, твое тело поменяется на 100%, и оно останется храмом Божьим. И сейчас, как если ты спасен, сейчас твое тело не уже свое. Ты его уже. Это не тело Кейси Клайна, это тело Святого Духа. И чем больше я принимаю это в сознание, тем лучше. Аминь. Как раз ты спасаешься, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Okay? Это важно знать это. И тоже важно знать.
это все здесь идет к телу, обратно к этому, что это масло Элей был, который был те, которые светил, это светильник, это понятно? Дай Бог, что что-то понятно там. Но Элей был внутри этот светильники, и у нас Святой Дух в нас сейчас. И что еще хочу сказать, вторая Коринфянам, первая глава, вторая Коринфянам, первая глава, 22 стих здесь говорится, ну, давайте с 21-го, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Когда есть это помазавший, это напоминает вас в Ветхом Завете, Ветхого Завета, об этой масле, дальше, который и запечатлел, это неправильно, запечатлел нас и дал залог Духа в сердце наше. И это слово «запечатлял» очень важное здесь. Будем читать дальше, к Ефесянам 4 глава. К Ефесянам 4 глава. И здесь надо читать от перевод Карла Якова, потому что есть маленький нюанс здесь. Но здесь говорится: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И перевод Карла Якова говорится, что «не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены ко дню искупления». То есть Бог, как раз спасаешься, Бог запечатляешь, Бог запечатляет тебя, как раз как во время спасения запечатляет тебя, и Он содерживает тебя, сохраняет тебя до дня, как это, искупления, ну, то есть до тысячелетнего царства. Он сохраняет тебя, Он запечатляет тебя. Ефесянам 1 глава. Я знаю, что здесь чуть-чуть быстро происходит, но Ефесянам 1 глава. Я буду рисовать картину к вам, и все будет ясно. Ефесянам 1 глава, 13 стих еще говорится, что «в нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованием Святым Духом». То есть здесь есть некоторые шагов. «В нем и вы, услышавшие слово истины». Так, это мы проповедуем слово истины человеку, услышавший слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавший в нем, что ты слышал, ты уверовал. То есть это Иоанна 1:12, что если человек, те, кто принимает, как это Иоанна 1:12, так, все слышали? Все знают, приняли Его, Он дал им власть быть чадом Божьим. То есть слышали Слово, веровали это Слово, и, то есть принимали это, веровали. И тогда третий шаг здесь, что уверовавшие в Него запечатлены обетование Святым Духом. То есть вы знаете это слово «запечатлены», «запечновые». Вы все, я думаю, все сделаете закатки. И это когда есть банка. И вы поставите что-то здесь, обычно до полного, но... И закроете. Запечатлаешь. И Бог делает это тебе, но Он сохраняет тебя
я знаю, что 1-2% или 10% вашей банки тебе надо использовать сразу, потому что что-то получается. Иногда в следующем году ты видишь, что ну, 10 из них хорошо были, но 11 испортился. Ну, Бог не так плохо не работает, как мы. Он лучше. Или если это была плохая банка, у Бога нет банка плохой. Или это была плохая крышка, у Бога нет плохой крышки. Или не дошли до температуры как надо. Бог знает точно, какой градус, что надо. Что Бог запечатляет человека, он... И это выше, эта крышка, он делает это... Вот. Не могу. Это случается, это случилось у каждого из вас. И все эти стихи, 2 Коринфянам 1.22, Ефесянам 4.30, Ефесянам 1.13, все говорится одно и то же, что в тебе есть Святой Дух. И Бог дал тебе свой Святой Дух, чтобы ты храм Божий, храм Святого Духа сейчас. И смысл какой? Как это все соединяется вместе, что ты не можешь потерять Святого Духа, потому что Бог сказал, ты запечатлен. Все. Что здесь говорится? Нет, ничего, хорошо. Но что-то случается с Святым Духом. Я хочу еще один стих в Ефесянам смотреть. Ефесянам 5 глава. И 18 стих. То есть как раз ты принял, ты слышал Слово Божие, ты веровал в Его Слово и принял Его как Спасителя. Бог дал тебе обетование, так? Святой Дух, Святого Духа. Дал тебе Святого Духа, Он в тебе. И что здесь написано в Ефесянам 5 глава 18 стих? Говорится, что «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И читаешь этот стих, тогда ты сразу знаешь, что если это был это приказ, нет, приказ, указ. Это указ Господа. Два указа здесь есть. Не упивайте вином и исполняйтесь Духом. Приказ, приказ. И Бог сравнивается их. Он поставит их в одном контексте, в один уровень. Как похоже, что если хорошо, может быть, вы не станете пьяницем, пьяным. Может быть, вы не станете пьяным. Но если вы тоже не станете полным Святым Духом, тогда как будто здесь Бог скажет, что это те же самые грехи, как будто ты пьяным. Я не знаю, точно или нет, но он сказал это те же самым с дыханием. Сказал, не упивайте вином и исполняйтесь Духом. Но исполняйтесь Духом. То есть не пойте это вино, но пойте мое вино, Святой Дух. И то есть, если он хочет, чтобы ты был полным Святым Духом, тогда есть возможность, что ты не полный Святой Дух. Но как не полный, если Святой Дух живет в вас? Это когда ты, это уже ты не разрешаешь Святого Духа, чтобы Он выполнил тебя. Он здесь, в тебе, но это как будто, если здесь банок, и если здесь был огонь,
здесь. Тогда эта вода, если это была бы вода, она бы исполнила бы эту банку. Понятно? А если без огня, тогда все это газы, пар, все это пар был бы, станет бы опять обратно на несколько воды. И эта картина, как случается с Святым Духом, что тебе надо это огонь поставить под банкой, чтобы Святой Дух исполнил тебя. И здесь надо, чтобы здесь огонь, и надо, чтобы это Ильей был внутри этого светильника, чтобы этот Ильей сгорелся, чтобы свет был здесь, исполнил этого. И здесь указ, здесь не указ креститься Святого Духа, это имеется что-то по-другому, это указ, приказ, исполняйтесь Духом. Бог хочет, чтобы каждого из вас исполнялось Святым Духом. И это исполнение, это можно сказать, что это... как всегда забываю слово surrender. Сдался. Чтобы вы сдались Святым Духом. И давайте вернемся к нашему тексту, к исходу. Исход 27 глава. Это все видение было. Исход 27 глава. И вопрос этой проповеди: какой уровень масла твое? Какой уровень? Или на каком уровне? Какой уровень масла твое? У тебя есть банка. Насколько Святой Дух исполнит тебя? Здесь есть этот светильник, и кто-то занимался, смотрел за это светильника. Кто-то трудился, кто-то здесь зарабатывал за это. Кто-то здесь готовил этот масло, кто-то здесь вложил это масло там в светильнике, кто-то здесь поставил этот огонь на него, чтобы сжечь. Это слово никогда не буду изучать. Поджигать его. И здесь в нашем тексте, Исход, 27 глава, 20-21 стихе, я хочу смотреть, что здесь есть три группы людей, и у каждой группы людей была обязанность смотреть на уровень масла светильника. И вели сынам Израилевым. Вот первая группа. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе Ильей чистый, выбитый из масла для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Раз тебе, конечно, вы знаете, но это светильник, Бог хотел, чтобы он горел, чтобы он горел каждую минуту, каждого дня. Каждая секунда Бог хотел, чтобы там был свет, чтобы никогда не сдох, подхнул, подух. Вау, вот, да. Вот юмор на сегодняшний день, что. Вот рекламы здесь нету, что давай, реклама — это грамматика моя. Вели сынам, то есть первая группа, их обязанность был этот масло, этот елей, и кто они? Сыны Израилевы. И чтобы по духовному принимать это мы все.
Это все израильтяне, мы духовные Израили, Израилевы. И обязанность, это все мы, все вы. Это ваша обязанность, чтобы смотреть за ваш уровень масла и знать, если ты полный или не полный. Это твое дело выполняется Святым Духом. Твоя работа. И если ты будешь полным Святым Духом, Святого Духа, тогда тебе надо делать твое дело. Их дело было что? Их дело, сыны Израилевы, что им надо делать, чтобы пополнить, выполнить этот светильник? Что им надо делать? Приносили тебе Илье чистый. То есть уже до этого что-то не сказано, что им надо подойти к этой дереве. Им надо снимать эти оливье. Им надо... И это было что? Это было все или что-то еще было? Идти к дереву, снимать плод, дать к священнику. Что-то еще было. То есть первый шаг было подойди на огороде или на саду, на сад, подойди на сад. И это было для Господа, и ты знаешь, что Бог не хотел остаток малины. Малины. Как? Оливье, маслины. Бог не хотел остаток маслин. Бог хотел, как Бог всегда хочет, твои самые красивые, самые хорошие. Аминь. Он не хочет второй сорт. Это Бог. Он достоин высший сорт. Перший сорт. И он хочет, чтобы были самые главные. То есть он не хотел это, который уже есть сезон каждого плода, есть сезон, когда они пока не готовы, они продаются за 4 раза дороже. Есть сезон, когда они самые вкусные, а есть уже тогда потом остатки. Бог хочет, чтобы была такая самая. Главный, самый красивый, самый вкусный. И во-вторых, тогда что? Хорошо, они пошли, они собрали первые плода для Господа. И тогда что им делать? Здесь говорится, что тебе Илье чистый выбитый из масла. И поскольку я знаю, что есть два варианта, два способа, как готовить, как поменять масло, как поменять Ильей, так, на масло. Так, правильно? Есть два варианта, как поменять оливье на масло. Оливки на масло. И есть общий вариант, когда ты выкидываешь все в одном большой круг здесь, и у тебя есть большое колесо, которое идет вокруг него. И можно много делать быстро. И есть второй вариант. Когда у тебя есть маленькие стаканчики, есть, как они называются, есть этот ступка и пестик. Ступка и пестик медленнее работают, чем этот пресс, который называется. Но качественнее. И это своей ручной. То есть можно сказать, что это своей трудью. То есть можно сказать, что это своей любви. Своей птею. Можно сказать, что это... И вы понимаете, когда есть сезон орехов. Они продают орехи чистые и нечистые. И чистые орехи стоят... Сколько в прошлом году? Я не вспомню. 100 гривен чистый, нечистый. Нечистые орехи стоят сколько?
30 гривен, чистые орехи стоят 100 гривен, может быть. То есть вы уже понимаете, три раза дороже стоит, если ты с ручной трудился, готовил этот масло. Бог не хочет здесь, чтобы был какой-то второй сорт масла. Он хочет самые вкусные оливки. И он хотел, чтобы они вложили и сделали самое дорогое масло на него. Чтобы эти сыны Израилевы, чтобы они трудились, чтобы они вложили свое время, свои деньги в это, чтобы дать это Господу. Что это для вас? Вам надо войти на сад. И вам надо собирать ваш плод, ваши оливки, самые вкусные, самые хорошие. Вам надо найти, что в вашей жизни, какие самые вкусные оливки у вас. И тогда тебе надо знать, что я ценю самое большее, чтобы я могу подарить это Господу. Как я могу узнать, если банка моя полная или нет? Как я могу готовить это Илье, это масло для Господа? Какой уровень мой светильник? Или какой уровень масла моего? Это ваша обязанность, если хочешь, чтобы был полным Святым Духом, тогда ваша обязанность. Идите в сад, если хочешь, чтобы банка была полной. Тогда идите в сад и найдите что-то, которое самое важное тебе, самое ценное, самое дорогое тебе. И как раз, когда нашел, что твое самое главное, что твоя самая дорогая, что твои самые ценные, тогда снимай это и подойди к священнику и дать им. Подойди Господу и дать им, чтобы Бог мог использовать это. Как знать, что ты ценишь больше, самое больше? Может быть, это вопрос. Что как я могу узнавать, что я ценю больше всего, дороже всех? И надо просто спросить такие вопросы, что смотреть в своей жизни и сказать, что ну, с кем я больше всего, чаще всего? Когда у меня есть выбор быть с кем-то. Кого выбираю? И кого выбираешь, это кого ты ценишь больше всех. Бог хочет этот человек. Бог хочет, чтобы ты забрал и отдал этого человека Господу. А что я ценю больше всего? Ну, тогда тебе надо спросить, где я провожу большую часть времени моей? Где вы чаще всего? И, может быть, это на работе, потому что надо быть на работе. И для нескольких работа – это даже это, что они ценят больше всех. А если это ты, тогда это твое масло, которое тебе надо дать Господу. А если этот нет, тогда смотри сам, когда ты дома. Где ты проводишь больше часть твоего времени? Отвечай это сам себе и возьми это и принеси это Господу, чтобы ты можешь выполняться Святого Духа, исполниться Святого Духа. Тебе надо спросить, как попроси себе. Что я ценю больше всех? Можно спросить тебе, с кем я проводишь больше часа? С кем я чаще всего? Где я чаще всего? Надо спросить, хорошо, когда я на месте, где я не хочу быть или не желаю быть, когда о чем я помышляю? Как здесь, наверное. Когда вы здесь на собрании, о чем вы замышляете сейчас? Или когда вечером, или утром, когда молишься Господу, о чем ты помышляешь?
Когда ты на месте, где чуть-чуть скучно, и ваши мысли, выходят куда-то, тогда о чем ты думаешь? Это что ты ценишь больше всего. И что делать с этим? Надо подойти на сад, надо снимать, готовить, собрать эти самые дорогие, самые главные малины, оливки, чтобы готовить их, чтобы дать Господу. И еще, может быть, последний вопрос, чтобы найти что ты ценишь больше всех, это смотреть, как ты используешь свои деньги. Или где, на чем ты платишь или используешь свои деньги больше всех. Найди. Смотри свои жизни. Где ваши деньги, куда идет ваши деньги, куда идет ваше время, куда идет ваши силы, и смотреть, сказать, хорошо, это что я ценю больше всех. И что Бог хочет? Бог хочет, чтобы ты забрал, собирал все свои оливки, самые главные, самые первые, самые известные вам, самые дорогие вас, ваши, и чтобы ты принесли это Господу. И что еще будет? Когда эти люди, когда они собрали эти оливки, когда они собрали эти оливки, хорошо они трудились, они собрали, они работали. Это было, я не знаю, столько денег, но это было что-то, это были дорогие штуки. И они принесли это к священнику, тогда что? Нету. Не было у этого человека ничего. Он только что трудился сколько часов, он отдал сколько денег, он трудился здесь сколько времени. И тогда он сказал, вот Господь, вот первый священник, используя это для Господа. И тогда что было у этого человека? Что остался было у этого человека от этой оливки? Ничего. Был остаток, ему надо еще раз подойти, чтобы собрать. То есть, о чем я говорю здесь? Если хочешь быть полным Святого Духа, тебе надо смотреть, что все ваше – это Его. Все ваше, все ваше должен быть Его. Смотри сам, что это. Если это своя жена, если это свой муж, если это свой компьютер, телефон, телевизор, Библии, книги, все должен быть Его, чтобы стать полным Святым Духом. Это была чистый Илье, который они готовили. Второе, что здесь было, первая группа людей, которые обязаны были готовить это масло, это было сыны Израилевы. Вторая группа, это был сам первый священник. Сам первый священник, он получил это масло. И что первый священник будет делать с этим маслом? Он будет снимать все от тебя, чтобы вложить в этом светильнике. Иисус Христос хочет снимать все от тебя, чтобы исполнить вас Святого Духа. Это Его дело, это Его работа. Он говорит, что важнее меня, что дороже меня, что ценит больше меня. Что у вас есть, который самый дорогой, который что мешает, чтобы я не мог исполнить тебя Святым Духом? Вот первый священник. Он хочет, он уже сделал все, что который нам надо, чтобы исполниться, но он там ждет. Я не вижу, я не считаю здесь, что у первого священника есть свой сад, чтобы он мог сам идти, чтобы собрать сам. Наверное, есть в его домашнее место, но здесь Иерусалим, здесь он находится.
Он ждет людей, чтобы они пришли к Нему, чтобы дали Ему, чтобы Он имел масло исполнить этой банкой, этот светильник. Он ждет вас. Он ждет тебя, чтобы ты пришел к Нему. Отдал Ему свои дары, свою любовь. И самое главное, самые любящие вещи. Третья группа людей, и не переживайте, скоро закончим. Третья группа людей, здесь написано, вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе или чисти, выбитые из масла для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, в скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его, кто? Аарон и сыновья его, от вечера до утра пред лицом Господним. То есть здесь, конечно, можно сказать в духовном смысле, что если Иисус Христос наш первый священник, его сыновья – это мы все. Можно сказать это в духовном смысле, что мы все его сыновья. Но я хочу именно точнее сказать, что это был человек, который, это была его физическая работа там заниматься. И у нас есть человек, пастор, который, это его физическая работа, чтобы здесь проповедовать и работать с нами, смотреть за наш уровень Святого Духа, уровень оливки. И это ваша обязанность смотреть сам, какой уровень масла моего. Это дело Иисуса Христа, и даже это дело, и тоже это дело пастора нашего, чтобы смотреть, какой уровень у вас. Проповедник, который стоит здесь, хочет, чтобы вы все стояли полным Святого Духа. И если думаете, что это не важно, ну, давайте прочитаем вместе первое царство. Не можем читать о масле этого светильника. И, как сказать это? Если читаешь о масле Святого Духа и светильника, тогда надо прочитать это первое царство, вторая глава. Первое царство, третья глава, извините. Первое царство, третья глава. И они, здесь есть несколько неприятных слов в Библии, что первое царство, третья глава, с первого стиха. «Трог Самуил служил Господу при Ильи. Слово Господне было редко в те дни». Это неприятные слова. Видение. Видения были нечасты. И было в то время, когда Ильи лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храм Господень, где ковчег Божий, и так далее. Еще не погас, то есть не было масла. Не было масла. Что случилось здесь? Ну, у нас есть первый священник, это Ильи. У нас есть его сыновья. Офни, Финей. Как? Финеас. Офни, Финеас. И читаем здесь вторая глава, и читаем здесь 17 стихе, как они занимались, это сыновья Аарона. Сыновья первого священника. И они так плохо поступали, что люди даже не хотели жертвовать Господу, зная, что эти сыновья будут испортить все, что они подарят жертвы. Здесь говорится, грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. И здесь я хотел прочитать вас перевод Карла Якова. «Посему грех этих молодых людей был очень велик пред Господом, ибо люди
Вау. Ибо люди гнушались приношения Господнего. Я не знаю, если это те же самые, как на русском языке. Я думал, что чуть-чуть по-другому стоит прочитать это. Люди гнушались приношения Господнего. Люди не хотели, они начали ненавидеть жертву Господню из-за того, что эти сыновья, первосвященники, не сделали правильно. Они начали презирать. Презирали. И я думаю, может быть, люди останавливали, они еще не приготовили этот масло, не принесли этот масло к Илии, чтобы он не мог опять ловить, так, ловить или налить. Он, Илии не может налить еще на те светильники, и поэтому не было. И поэтому хорошо, когда есть пастор, который им нравится, когда у вас есть масло, свои светильники. Хорошо, когда есть человек, который хочет, чтобы ты был полным Святым Духом. И хорошо есть, когда человек старается делать его работу. Какой уровень ваше масло? Полный, малый? Это вопрос только вы знаете ответ этого вопроса. И только вы можете сделать свое дело с Господом, чтобы исполняться или нет. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе за этот вечер. И Бог, люблю я тебя, и Бог, помоги нас, Бог, правильно ценить тебя, правильно ценить Святой Дух. И хотят, Бог, дай нам желание даже. Мы столько порочны, что даже желания не всегда нет. Не всегда есть, чтобы исполняться Святого Духа. И дай Бог хоть первый, чтобы их было хоть желание, чтобы исполняться. Чтобы хотели быть ближе к Тебе. Хотели слышать от Тебя и идти с Тобою. И утром, и вечером, и днем. И дай Бог, чтобы было это отношение с Вами. Приятное. Чтобы было столько жалко, когда надо уже делать свои дела в мире. Чтобы было сколько скучно без Тебя здесь на земле. Исполняй нас, Бог, мы недостойны. Недостойны. Пепел и прах мы. Но, Бог, если Ты хочешь что-то сделать, тогда это должен быть, чтобы Ты исполнял нас, чтобы Ты говорил нашим сердцем, чтобы Ты работал, чтобы Ты сделал что-то благоугодное к Тебе. Чтобы Ты помогал, Ты знаешь, что мы только люди, только человеки. И, Бог, надо, чтобы Ты собрал наши оливки, чтобы Ты сделал нас святым и полным Святого Духа. Вот здесь есть 30-35 храмов Твоих. И сделай что угодно тебе. И спрошу это все в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо за внимание. Первая заповедь, в которой говорится именно кого мы
мы служим, кого мы поклоняемся, которая заповедь, он говорит, чтобы не было другого Бога, кроме Него. А вторая заповедь, это как мы Его поклоняемся, чтобы не было никакой кумир, изображения. И, конечно, у нас этого нет. Часто есть вещи, которые становятся важнее в жизни. Это уже по Библии уже Нового Завета, уже идолопоклонство. Бог хочет быть первым. То есть все опять возвращается на тот самый главный такой вопрос. То есть личное хождение с Иисусом Христом. Иногда, мне кажется, что верующие чуть-чуть не совсем не понимают, когда мы говорим, насчет сколько времени, особенно времени и деньги, энергии, силы, которые ты пользуешься. Здесь нет такой мысли, что Бог хочет, чтобы ты просто продал все, оставил семью и пошел уже в свой монастырь. Не здесь в этом такой вопрос. Здесь вопрос, что вот, Библия говорит, что Бог ожидает от тебя, как мужчина. Ты отец? Вопрос теперь тогда состоится, ты воспитываешь вот своих детей, как он скажет, или как мир, как бабушка, как сосед. Если ты муж, когда у тебя свой дом в порядке, так как он скажет. Нет, просто как жена скажет, как он скажет. Бог будет тебя спросить отчет. Не ее, а тебя. Ты руководишь свой дом, как он скажет. И ты говоришь, ну это очень тяжело, ну, крест, жертва, секрет. Для этого, это подчинение. Когда ты поставил себе положение Божьей стороны против самого себя. Когда ты скажешь, я считаю, что вот так лучше, а Бог говорит, подчинение. Ты жена, тогда, как здесь написано. Финансы, как здесь написано. Приоритеты, как здесь. Расписание, как здесь написано. То есть это и есть более важно. Если ты можешь улыбаться на собрании, ты можешь быть очень занятым, ты можешь делать такой вид, как ты служишь, как ты что-то там делаешь, и ты знаешь, это все туман, и ты знаешь, и Бог знает. Ты здесь не подчиненный. Ты это все делаешь, потому что это туман, чтобы никто не видел, и извините, это уже очевидно. Очевидно, что пустая. Пустой. Аминь, радости нет. Бог мир реален тебе. Он просто мир реален тебе. Небеса должны быть реальны. Аминь. Аминь. Ну хорошо, вот о чем брат проповедовал, и братья и сестры, подчинение. Я знаю, что времени очень драгоценная такая вещь, нам надо кушать, надо работать, все остальное. Но всегда надо, когда все не так, когда ощущение наше не так, и сердце не такое, тогда найдите себе место на колени. И там оставайся, пока эта вещь, это уже не Божье. То есть, даже пару дней назад, два дня назад, мне надо было опять, именно Бог, это твоя церковь. Она твоя. Это не моя, и это не твоя. Это не его церковь. И, братья и сестры, тебе это, чтобы было счастье, чтобы было покоя, тебе надо найти время с Господом. Ребенок, это не моя, это тебе. Эти деньги, не мои.
отпускаешь, ты решаешь, хорошо, буду делать, как здесь написано. И отпускаешь, тогда уже легко. Не надо волноваться, почему? Это его. И все зависит от меня и от тебя. Так что спасибо. Аминь. Плод Святого Духа. Давайте вот помолимся, обращаемся к Господу в молитве.